Всем привет, дорогие друзья! И в этом видеоролике мы с вами будем делать макет оружия из бумаги. В данном ролике будем делать именно снайперскую винтовку. Для того, чтобы сделать такую винтовку, нам с вами понадобится лист формата А4, ну, листов 10 нам вот нужно. Изначально мы берем бумагу и сворачиваем ее вот таким образом. Такими вот трубочками, чтобы они у нас получились с вами примерно, ну, вот такого вот диаметра. То есть каждый делает примерно как хочет. Здесь сантиметров 5. Вот такие вот трубочки. И края вот эти вот мы с вами берем, склеиваем скотчем. Три кусочка скотча, таких вот небольших, хватит вполне для одной трубочки. И мы с вами берем, делаем таких 5 трубочек. Вот у нас с вами получились вот такие вот заготовки, 5 штук. И теперь мы берем 3 из них, склеиваем вот таким вот образом в треугольник. Только края мы берем, срезаем под углом. Под углом, это у нас будет вот так. А этот край получается мы тоже срезаем под небольшим углом. Вот здесь вот. Вот так вот. Вот что у нас получилось. Теперь мы берем вот так и склеиваем. И вот что у нас получилось. Примерно так вот. Теперь мы берем и всовываем 2 оставшихся друг в друга. Если они у вас не влазят, можно ножницами сделать вот здесь небольшой надрез. Делаем надрез, и тогда оно влезет. Влезло. Засунули. Берем скотч. Склеиваем. И всовываем свободным концом сюда. Вот так вот. Если хотим, можем сделать еще больше длину. У нас будет еще, значит, больше наша винтовка. Но я думаю, этой длины достаточно. Нужно сделать зарядный механизм. Мы берем лист и сворачиваем его вот так вот. Сворачиваем его не толстой трубочкой, то есть тоньше, чем были те. И также склеиваем. Берем еще один лист бумаги и сворачиваем его теперь вот так вот. Здесь должна быть толщина такая, чтобы наша трубка здесь свободно ходила. Вот так. Берем теперь, определились с толщиной и склеиваем этот лист. Вот что у нас с вами получилось. Теперь мы берем и отрезаем примерно вот так вот, вот эту вот бумажку. Чтобы у нас удобно под ладошку получился наш перезарядник. Где-то вот так вот. Берем наше ружье и вклеиваем наш перезарядник вот, вот здесь. То есть берем скотч уже с одетой трубкой и приклеиваем скотчем по центру наш перезарядник. Вот что у нас получилось. Уже есть перезарядник. Теперь нам остается сделать оптический прицел. Оптический прицел мы тоже делаем следующим образом. Оптический прицел мы делаем с двух листов. Один лист мы сворачиваем более толсто. И я немного вырезал вот такие вот на нем пазы. Второй же лист мы сворачиваем тоньшим диаметром. Это будут наши с вами кронштейны крепления. Получается тонко свернуть трубочку, то берете пальцем внутреннюю часть листа, держите и проворачиваете. И наша трубочка сгинается вот такую вот тонкую. Нам необходимо с вами сделать стойки крепления. Мы берем и отрезаем ровно две одинаковых, ну примерно такой вот высоты, сантиметров 5-7, две одинаковых заготовки. Отступаем немного от края прицела и вклеиваем их вот таким вот образом. Все это делаем при помощи скотча. С вами получается вот такая вот заготовка оптического прицела. Берем наше ружье
и вклеиваем оптический прицел на нужном нам расстоянии. Ну, примерно вот здесь вот он будет у нас стоять. Наш с вами прицел, вот так вот. После того, как мы с вами приклеили наш оптический прицел, у нас получился вот такой вот макет. И вот наша с вами винтовка готова. Но для того, чтобы она у нас, как бы сказать, стрелять на дальнее расстояние, нам необходимо удлинитель ствола. Так мы будем стрелять с вами на короткое расстояние. Перезарядили, выстрелили, получается, прицелились. Ну а чтобы стрелять на дальнее расстояние, еще удлиняем ствол, кусочек отсюда приклеиваем. Вот, вставляем. И у нас с вами получается полноценная большая снайперская винтовка. И все, дорогие друзья, наша с вами винтовка готова. Если хотим, стреляем так. Если хотим, вытаскиваем ствол. И у нас получается укороченная версия. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и просматривайте наши видеоролики. Всего вам хорошего!